Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 13 мая. Вот снова натянули мы пленкой эту грядку второй раз. И перед тем, как высаживать томаты, я хочу подробнее рассказать про применение вот этой агроткани. Потому что, когда я весной показывала, я говорила, что я первый раз на горе применила. Мне понравилось. Там 2 года пролежала. Второй раз я вот здесь применила. Я хотела не убирать, но мы здесь сильно притоптали. И мне больше нравится, когда почва рыхлая, такая воздухопроницаемая. Я решила все-таки поднять ее, перекопать и снова положить. Всю ту старую пленку я на другую грядку перенесу, а здесь я расстелила новую. Я сейчас расскажу поэтапно, как я готовлю к посадке эту грядку. Грядка, вы видите, тоже огромная, бесконечная. Но перед этим я хочу рассказать, многие интересуются, как определить, какой слой должен быть верхний, какой слой должен быть нижний. Ну, про преимущества всей этой ткани я не буду повторять. Я ссылку на старые видео дам, и кому интересно, сами прочитают на сайтах вот этих продавцов. Но я сразу скажу, что самое главное, от чего я ее применяю, для чего, это для того, чтобы не пропалывать. Вы видите, что у меня очень много томатов. Вот здесь вот только 500 штук. Вот видите, ряд за рядом, ряд за рядом. Мне здесь прополки хватит, а на горе и вот эту большую, и грядку-ленивку я затягиваю тканью. И это получилось, что моя палочка-выручалочка помогает мне, облегчает мой труд. Ну, еще там написано, что оно и вода испаряется меньше вот под этой тканью. Она вообще называется агроткань мульча. То есть, если вам нечем замульчировать, если нет никакой там скошенной травы или соломы, чем мульчируют люди, то, натянув вот эту агроткань, вы можете предохранить вот эту почву от образования вот там корки, от высыхания. А когда дождь идет, то влага вся дождевая, она туда проникает. Но для этого нужно правильно уложить ткань. И в интернете я прочитала, но я так использую. Вот смотрите, у нее 2 стороны. Я специально вот этот обрывок сюда вынесла. Одна, которая лицевая, которая вот ровненькая-ровненькая такая, как... Но ее видно, вот кто когда шьет, видно, какая лицевая, какая изнаночная. Вот эта лицевая, она как бы даже с блеском. А изнаночная, ну, кстати, изнаночная тоже с блеском. А изнаночная, она чуть как бы, как сказать вам, мяконькая, как бархатная, как ворсистая. И она уложена так, что она же в 2 ряда, вот мы ее раз расправили. Вот это она внутрь, вот так вот была сложена. А вот это наружнее. Вот эта, которая более такая ровная, которая не ворсистая, не пушистенькая, не бархатная, это кладется вверх. И там на сайте есть такая, как инструкция практическая, чтобы узнать, если вы сомневаетесь, если развернули давно, но уже перепутали, где лево, где право, то можно воду, если вот с этой стороны, вот которая изнаночная, если сюда капнуть воду, написано, что она долго туда не проходит, не проникает. То есть, когда она вот так лежит, то вода оттуда, она не испаряется. А если положите лицевой стороной и сюда капните воды, то она вот так вот потрогаешь, она без труда туда проходит. Вот тот слой, через который она проходит внутрь, это у нас вверху останется. Ну и теперь про разметку. Конечно, очень... Сегодня сложно нам далась разметка, очень долго, потому что у нас 30 градусов жары. Вон у меня Катюша, помощница, говорит, я, наверное, сегодня умру на этом черном, вот на этой черной ткани. Вот тут как раз и с крестиками уже все соответствует, все подготовлено. И вот мы чертили эти крестики. Вот смотрите, я делаю так. Мы закрепили центр, протянули. Потом вот этой же веревкой, которой делаю я дорожки, протянули раз, мелом нарисовали, протянули 2. И на том расстоянии, на котором мне нужно, опять же, шаг за шагом, делали вот эти вот крестики. Раз, 40 сантиметров метка, 40 сантиметров метка. Теперь мы возьмем ножницы, ну или в прошлом году использовали нож обойный такой. Будем разрезать дырочки, не очень большие, чтобы совок туда входил. И все, и туда размещать томаты. Когда разместим несколько штук, я вам покажу.
Из-за того, что у нас аномальная жара, мне вот приходится поливать и перед высадкой, и после. Потому что грунт пересыхает очень быстро, а им нужна в такую температуру повышенная влажность. Я вот сейчас, смотрите, видите, все эти квадратики залила водой. Они постепенно, вот вода ушла. И минут через 15 я прям вот в этот увлажненный грунт заталкиваю. Ну, делаю прям рукой в перчатке дырочку, заталкиваю и закрываю. И после этого еще раз обильный полив. Потому что, еще раз говорю, что вот сейчас 30 градусов, но мы вынуждены высаживать, потому что ни завтра, ни послезавтра понижение температуры нам не обещают, а ждать уже некуда, рассада перерастает. Хорошо, если некоторые я высаживаю вот с цветочным бутончиком, а некоторые высаживаем и прям с помидорочками. Так что ждать нам некуда, высаживаем в такую жару. Некоторые вон пишут, что у них соседи ночами высаживают. Ну, ночью я не могу, я ночью привыкла спать. Ночью я высаживать не могу, поэтому высаживаем вот так. Прям заливаем, заливаем, заливаем. Завтра они уже встрепенутся и будут как живые. Ну вот, к концу дня появилась вот эта длинная грядка, уходящая в горизонт. И несмотря на жару, томаты после высадки вроде все стоят, стоячие, хорошие. Конечно, здесь у меня встретилась рассада разных возрастов. Вы видите, есть, которая... Сейчас покажу вам. Вот эта, которая более молодая. Есть там вот, которая уже с цветами цветет. Всякое разное. И я хочу сказать, что здесь у меня они высажены не по два томата в одну лунку. Видите? Тут поверну, чтобы не загораживать вам. Подождите, вот так. Ага. Тут томаты-одиночки. Они вот так квадратами, так 40, так 40, так 40, так 40. Большое расстояние между ними. И вот этот еще дорожка. Тут где-то 50-60 сантиметров. Дорожка примерно, точно только расстояние между вот этими квадратиками. И опять же еще раз повторю, видите, какая-то есть рассада маленькая, которая сеялась чисто для открытого грунта, для высадки в начале июня. А есть рассада, которая... Вот уже и цветет. И даже сейчас покажу вам, где-то одна помидорка висит. Сейчас дойду. А, вот она. Какие-то бедные томаты даже в рассаде уже дали помидорки, потому что им пора. Но вот это те, которые немного остались от высадки в новую теплицу. И вот все здесь они встретились. Но они в течение лета все выровняются, сравняются. Все. Еще одна грядка готова. Поползли домой.